Новость для тех, кто мечтает связать свою судьбу со сценой. Красноярский симфонический оркестр ищет талантливых исполнителей. На прослушивание приглашаются музыканты в возрасте от 14 до 30 лет. Они должны уметь играть на инструментах, которые используются в выступлениях симфонического оркестра. Группа практикантов ориентировочно будет состоять из 20 человек. Для участия в конкурсе претендентам необходимо исполнить часть сольного произведения по собственному выбору, а также несколько отрывков из оркестровых композиций. Список музыкальных сочинений, которые могут играть конкурсанты, появится на сайте Краевой филармонии после 30 октября. Прослушивание пройдет с 16 по 30 декабря в присутствии художественного совета в Малом концертном зале Краевой филармонии. Отобранные претенденты смогут принимать участие в репетициях и выступлениях основного состава Красноярского симфонического оркестра. Самые лучшие попадут в команду профессиональных музыкантов.